Наша музыка. Наша. Александр Чача Иванов был у нас в гостях. Ты красива, словно Кирк Хаммет в лучшие годы. Мы с тобой друг другу идеально подходим. Мое сердце колотит, как бочка с карданом. Не сломать мою любовь ни кувалдой, ни тараном. Потому что она из металла сделана. Без тебя я как кария без кипелого. Чача нам рассказал, что сейчас работает вместе с Гариком Сукачевым в необычном для себя качестве. Гарик Сукачев ставит в театре «Современник» в Московском пьесу под названием «Анархия». Она про вымышленную панк-группу из 70-х годов, которая собирается вместе вот в наше время сейчас. Они уже пожилые люди. Гарик пригласил меня туда в качестве консультанта. Я являюсь консультантом по панк-року, потому что пьеса о панк-группе 70-х годов. Победители конкурса в нашей группе наши.вконтакте.ру задали вопрос Чаче. Когда ждать возвращения группы «Наив» из творческого отпуска? Все-таки в 13-м году будет группе «Наив» как 25 лет, к этому году из отпуска выйдет? Братцы, я вот пока занимаюсь второй пластинкой своей. Мне она очень-очень важна. Я с людьми, с которыми сейчас музицирую, имею музыкальное взаимопонимание. Хочу заниматься этим. К «Наиву» готов точно вернуться. Вопрос, когда, не знаю, когда будет время, когда будет настроение, когда будут преодолены творческие разногласия, которые мы в группе испытывали, как музыканты, как сотворцы, соучастники одного творческого процесса. У нас довольно серьезный наметился вот такой, довольно серьезные разногласия в «Наиве» определились. Они пока не изжиты, то есть, да, ребята, часть музыкантов из «Наива» занимается в проекте «Глеб Самойлов and the Matrix». То есть, ситуация такая. Я, еще раз, вот публично это делаю заявление, я с удовольствием вернусь к «Наиву», но когда для этого будет время. И поэтому, как обычно, я, понимаете, я очень ценю свою независимость. Я никому не позволю, ни промоутерам, ни радиостанциям. Никому выкручивать себе руки. Я вернусь к «Наиву», когда я захочу. Когда будут для этого возникнут необходимые предпосылки. Точно я не против этого, но точно не могу сказать, когда. Здорово. Вот. Пока, ребята, придется потерпеть радио Чачу. Мы с удовольствием. Тем более, что на самом деле группа-то неплохая. Чача спел нам эксклюзивную песню «Урок географии». Свежая новая песня, но слегка стырил у Игги Попа, в чем и признался. Ханой, Помпеи, Тирана, Багдад, Минск и Ереван, Бейрут, Киньян и Гавана, Пекин и Тегеран. Нет, я не пассажир, меня не проведешь. Идешь на третий срок, ну, дядя, ты даешь простой и очень внятный план. Я все теперь решаю сам. Тот, кто не с нами, тем по усам. Всем, кто не верит нашим чудесам. Нет, я не пассажир, Евразия вперед, назад в СССР. Труба опять зовет. Все флаги в гости будут к нам. Вперед, Россия, вперед, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, и Белоруссия, и Кыргызстан. Нет, я не пассажир, he's not a passenger. Евразия вперед, go Eurasia, go. Назад в СССР, back to the USSR. Труба опять зовет, come on, come on. Все флаги в гости будут к нам. Вперед, Россия, вперед, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, Азербайджан, Чечня и Дагестан. Ханой, Пномпени, Тирана, Багдад, Минск и Ереван, Бейрут, Кенья, Гавана, Пекин.
Пекин и Тегеран, Ханой, Пномпень, Тирана, Багдад, Минск и Ереван, Бейрут, Пхеньян и Гавана, Пекин и Тегеран. Пекин и Тегеран, Пхеньян. Классно, спасибо, Сань. Наша.